Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы рады приветствовать вас в нашем центральном концертном зале Бурятии на сольном концерте Ольги Жигмитовой. Дорогие друзья, и мы, и вы сейчас вместе ожидаем появления нашей Примадонны. Ну что ж, дорогие друзья, уважаемые дамы и господа, вы, наверное, уже поняли, что сегодня нас ожидает необычный вечер. А необычен он тем, что главная героиня, которая будет сегодня покорять ваши сердца, оперная дива или примадонна, полна загадок и тайн. Мы рискнем с вами заглянуть в этот таинственный мир и разгадать тайну этого сфинкса. И в этом нам помогут лучшие шлягеры не только классической оперной музыки, но и произведения современных бурятских композиторов. Примадонна и ее роли, и ее героини женщины необычной и яркой судьбы. То они полны любви, то сгорают от ненависти. То они готовы умереть за любимого, то оказываются холодны и неприступны. То их сжигает ревность, то их сердце вот-вот разорвется от нежности. Жизнь Примадонны – это сцена, и только там она действительно живет и умирает, любит и ненавидит. Там она настоящая, подлинная. Примадонна и ее героиня Эболи, испанская принцесса из оперы Джузеппе Верди «Дон Карлос», сгорает от любви к наследнику престола, но, увы, красавица отвергнута, и ей остается только проклинать выпавший на ее долю жребий быть отвергнутой. Итак, дамы и господа, мы начинаем. Oh, Don Fatale, oh, Don Crudel, que
Oh, sweet.
моды Рекарль Дизонор. Ну, мои, ну, высы за кроме Фуджир, сапрендры моро, кесиэля донна кэля тонта дора. Oh!
Дорогие друзья, жизнь Примадонны полна неожиданностей. И вот сейчас на нашей сцене один из ее обожателей поет Арион Батор, ария Риголетто из оперы Верди. Dannata per col prezzo vendeste il mio bene. A voi nulla credono scomene, ma mia figlia impagarvi il tesor. Gloria andate, o sapor disarmata, questa volta lo ancora. Venite tutti contro me, beh, io piango, ma nulla, signore, tocca l'alma gentil come il cuore, dimmi tu. Marullo, signore, dimmi tu dove l'hanno nascosta, e là, ma davvero, e là, ma davvero, e là, ma davvero. Pietà, pietà, signore.
signori. Pietà, signori. Pietà. Друзья, ну какая же опера без ее величества тенора? И это влюбленный поэт. Пустое вы сердечным ты, она обмолвясь заменила, и все счастливые мечты в душе влюбленной возбудила. Пред ней задумчиво стою, свести очей с нее нет силы, и говорю ей, как вы милы, и мыслю, как тебя люблю. Друзья, Царинчунд, ария Ленского из оперы «Евгений Онегин». Слезу пролет над ранней урной и дом.
он меня любил. Он мне единой посвятил рассвет печальней жизни бурной. Ах, Ольга, я тебя любил, тебе единой посвятил рассвет печальней жизни бурной. Ах, сердце билось в висках, словно птица в силках, перед этой смуглянкой красивой. Я твоя, господин, и тряхнул исполин смоляной непокорную гривой. И пошел он за ней, как дитя без затей. Где, Самсон, твоя львиная сила? И заснул он в раю, на погибель свою, как того и хотела Далила. Thank you.
Oh,
Все в ней гармония, все диво, все выше мира и страстей. Она покоится стыдливо в красе торжественной своей. Кстати, друзья, а вот и еще один влюбленный в нашу героиню. Михаил Пирогов, Ариоза Германа из оперы «Пиковая дама». Прости, небесное создание, что я нарушил твой покой. Прости, но страстного не отвергай признания, не отвергай. О, пожалей, я умирая, несу тебе мою мольбу. Взгляни с высот небесный края на смертную борьбу. Души истерзанной мученьем любви к тебе ошалься, и дух мой лаской сожаленьем слезой твоей Thank you.
Прости, небесное создание. Какой высокий строй чувств, даже, дамы и господа. Вы согласны? Ну, именно этих слов достойна героиня нашего следующего номера. Но кто она, ни за что не угадаете. Она молится и взывает к небу. Ее молитва полна огня и решимости. Ну, прям какая-то Жанна д'Арк, скажете вы. И почти будете правы. Итак, Ариоза Воина из кантаты «Москва». Когда креста нести нет мочи, когда тоски не побороть, мы к небесам возводим очи, творя молитву дни и ночи, чтобы помиловал Господь. Или, Господи, не посыла мне трудный подвиг сей, и достойный я такой любви. Ты мне силу взять, силу крепкую, Мудрит.
Oh,
Вилла Лобос, бразильская Бахиана, этого стоило ждать. Дарима Линховоин, Иван Иванов, Ольга Жигмитова. Друзья, пожалуй, настало время поговорить о любви при свечах. Героине нашего вечера подвластны все жанры, не только опера. Давайте вместе понаблюдаем, как она, наша Примадонна, как она себя ведет, когда нет ослепительных софитов и сверкающего огнями партера, а есть только звенящая тишина и струны оркестра. Итак, героиня и ее сны о любви в русских романсах. Подвенечному Богу.
Мы поем с тобой.
Девушка пела в церковном хоре о всех усталых в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех забывших радость свою. Так пел ее голос, летящий в купол, и луч сиял на белом плече. И каждый из мрака смотрел и слушал, как белое платье пело в луче. Да исправится молитва моя, як походила пред тобою воздеяние руку мою, жертва вечернюю.
Подаю
истокам любимой земли. Песня сердца Россия, 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 улыбается вечно и в небо ответ. Эхо в горе, Россия, 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 не дороже земли и прекраснее. Россия, Россия, не дороже земли и прекрасней.